двухлитровый вот Витек есть с подсветочкой. Здесь подсветка. Вот он, видишь, номер один в России, подсветка корпуса. Нет, это не. Кого нет? Ну вот, включил и выключил, и все, ничего не надо больше, никаких заморочек. С литературой выбирать. Хотела, сейчас не хочу. Опять этот датчик сломается, и все. Смотрим мы чайники. Новый чайник. Они у всех сеточки, ты заметил? Везде. Это самый дешевый, вот такой вот. Авакес какой-то. Шайник. 9 910 тысяч стоит. Этот стоит 12 990, да? Покупать. Да. Спрайсы еще купили тоже. Дом покажу потом, что купили. Какая клумба здесь у нас красивая, посажена, да? Ну, Регин, куда ты залезла? Цветочки разные. Красота. Можно я сюда вот сяду? Нет, не надо. Пойдем. Мама, еще к тебе там слайм. Мы закупились, в общем, в Фикс-прайсе. Забрала посылку я с Валберис. Что мы еще сделали? Чайник посмотрели, да, сколько стоит? Покажи чипсы, которые ты ешь. Взяли чипсы, в общем, типа Лейс в Фикс-прайсе. Как тебе чипсы, кстати, в Фикс-прайсе? Фигня? Вкусные. Фигня. Купили красное ведро. Вау, красота. Классно. Это ротвейлер, по-моему, да, называется? Она опасная. Но она на морднике, видишь, она не опасная. В общем, идем домой. И буду показывать вам, что мы купили. Так, девчонки, пришла я домой. Хочу вам показать сейчас все, что я купила в фикс-прайсе. Там на самом деле появились для меня лично новиночки. И хочу с вами ими поделиться. Так, ну вот это, конечно, не из новинок. Это уже давно я присматривала. Примерила я к кухонному шкафчику своему, к дверце вернее. Вот так это должно выглядеть все, подвесная корзиночка. Идеально она подошла к моей дверке, так что теперь буду все вот так вот организовывать. Салфеточки, перчаточки, в общем, посмотрим, что я туда положу. Также новую шторку для ванны приобрела, 180 на 80, она тканевая, очень классная, кстати. Вот. Где-то здесь была она открыта, в общем, она из ткани. Также девчонки взяли себе вот такой вот лизун. Он с такими блестками, очень классно переливается. А из еды вот такие печеньки дымка классические взяли. И я взяла вот такой вот попробовать гель для душа кокос. Он так прикольно открывается. Вот, у меня есть планы на видео кое-какое. И потом я буду тестировать. В общем, в видео вам буду рассказывать про средства из фикс-прайса. Так, еще в фикс-прайсе я взяла вот такое вот замечательное ведро. Это ведро у нас 10 литров красного цвета. Вот, обожаю красный цвет. Тазик, в общем, ручка отломилась. И мы тот тазик, который у нас отломилась ручка, заберем на дачу. Вот, потому что, в принципе, можем пользоваться, но дома уже таким не будешь, конечно же, пользоваться. И взамен тазика я взяла ведро, потому что все-таки ведро, наверное, оно как-то удобнее, чем тазик. У нас есть еще один тазик беленький для белья, а это будет у нас чисто для полов ведерко. Что еще я купила? Это вот такие вот салфетки дезинфицирующие, влажные. Также батарейки. Вот такой вот освежитель воздуха. Энергия Тибета. Очень вкусно, кстати, пахнет.
Так, девчонки взяли себе вот такой вот крем для рук. Опункция. Вот. Натуральное кокосовое масло. Тоже буду тестировать, вам рассказывать. И здесь вот в этой вот коробочке 4 тканевых масок. Увлажняющие я взяла с авокадо. Тоже буду пробовать. Также взяла я вот такую вот там белевскую пластилу. Классическая, она яблочная. Буду пробовать. Состав тут хороший. Яблочное пюре из печеных яблок сорта Антоновка, сахарный яичный белок, пектин. Углеводы 74 грамма здесь. В общем, попробуем. Потом в фикс-прайсе взяла Аленку, вот такую вот шоколадку. Также попробовать вот такой вот майский чай с лимоном, зеленый чай с лимоном. И вот такие палочки мы уже берем второй раз. Это обычные палочки такие вот, соломка. В шоколаде. Так, девчонки, еще мне с Wildberries пришел мой заказ. Я заказывала к своим тем велосипедкам вот такой вот топ, кроп-топ, или как он еще называется, топик, для того, чтобы, ну, как спортом заниматься, в общем, бегать было удобно. Мне кажется, очень он крутой, классный. Там советуют все заказывать на размер побольше, что я, в принципе, и сделала, и не прогадала. Поэтому обязательно в Wildberries читайте отзывы. Вот. Ну, кому нужен такой же кроп-топ, я могу скинуть ссылочку внизу под видео, написать. Пишите, кому нужно, будет в комментариях, и я вам дам ссылочку, в общем, скину. Напишу. Мы заказали пиццу. Вот она, пицца. Сейчас будем кушать. Тут у нас улитка. Вот она ползает. В таком она аквариуме. Вот у меня тут попыт лежит. Сейчас будем кушать пиццу, да? Вот тут у нас такая вот коробка. Салфеточки есть. Так, наловили вот, в общем, сколько мы карасей. Они небольшие, конечно же, но хорошо хоть таких наловили. А то бывало так, мы ездили, что вообще даже таких не ловили. Мы их распотрошили, в общем, уже почистили. И сейчас я их буду жарить. Вот, очень вкусные карасики, кстати, сладенькие. И поставила вариться бульон, буду борщ готовить.